нашел! Обалдеть! Навари! Глаза купили эту красоту! Это мог быть я! Вашу мордую кашу! Вы посмотрите шедевр! Я беру! Я хочу купить! Да! 3, 2, 1! Я купил! Салам алейкум, братан! И прямо сегодня, ребята, будет ваша самая любимая рубрика, а именно охота за наклейками. Я это видео начинаю записывать в 10 часов утра, потому что я сегодня намерен до 8 вечера, а то и больше, искать крутые наклейки и шилды и покупать их. И наша цель — найти Gold School. Поэтому, ребята, прямо сейчас прожмите лайкосик, а мы стартуем! Братик, чё с лицом? Как тебе замечательный USP-геометрик? Фу. Привстала, шишечка? Конечно, привстала! И чтобы получить совершенно бесплатно, тебе надо первое — поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий, плюс твой ID. И третье, самое-самое главное, посмотри все видео от начала до конца без единой перемотки. Ну а мы начинаем искать дорогие наклейки. Для этого видео мне понадобятся 3 вещи. Первое — это чай. Много чая, потому что, ребята... Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все. Второе — это, конечно же, кликермен. Что же это такое? Это такая программка, которая листает скины вместо меня. То есть, смотрите, я нажимаю кнопочку, я руки убрал, а скины-то листаются. И третье, что нам надо, это скин, который мы будем листать. И начнем мы, ребята, пока что с рарочки. Но дальше будет еще интересней. Погнали искать наклейки. Братва, вам всем интересно, почему же это Red Dragon? Рассказываю, это удаленная Furious коллекция. Поэтому, конечно же, я решил начать листать именно с нее. И я уже вижу первые наклеечки. Так, если я не ошибаюсь... Это какая-то дешевка, это что за дешевка-то? Хэштег бедная жизнь. Не, ребят, нам такие наклеечки не надо. Нас интересуют голдскульчики, панишеры, ну и еще какие-то крутые дорогие наклейки. Но самое суть, что мы уже листаем буквально пару минут, уже нашли первые наклейки, это очень круто. Ну что, ребята, встретимся через 5 минут, когда я найду какие-то нормальные наклейки. 5 minutes later. Прошло буквально 5 минут, и я уже вижу скин с новой коллекции. Да ты ж, иди к папе, иди к папе. Бабочки, покупаем, легчайше для величайшего. Так, ребят, тут уже пошли нормальные наклейки, но все равно я пока что дорогих наклеек не вижу. Я вижу новую коллекцию, я вижу доход в Винтерпати, я вижу все, но, к сожалению, я не вижу то, что мы ищем, а именно Хэллоуин коллекцию. О, это что за наклейка? Так, я не знаю, это дорогая или нет, но я ее куплю, потому что, как минимум, она мне нравится. Но, ребята, мы до сих пор не нашли нормальной наклейки. Наша цель — это Аркана, как минимум. И сегодня мы по-любому купим Аркану. И я надеюсь, это будет Аркана с Хэллоуин коллекции 2019 года. 5 minutes later. Ох, ребята, что вам сказать, скинчики листаются, а я на чили. Сижу и внимательно смотрю в экран, ищу какие-то нормальные наклеечки. Ну, чё-то, у меня такое ощущение, чем дальше я листаю, тем хуже наклейки. Вообще ни одной нормальной наклеечки не вижу. 5 minutes later. Я долистал до 22 голдишки. Пошли 4 наклейки, вау. Вот это имба, красота-то какая. Так, ребят, я не знаю, но я штучку куплю. Я не знаю, зачем она мне? Но я штучки-то прикуплю. Ля, пошли нормальные наклеечки после 20 голдишки. Потому, братва, если вы хотите очень много денежек сэкономить, мой совет — не покупайте отдельные наклейки, а покупайте сразу скин с наклейками. Тогда вы так будете в большом плюсе и очень много денежек сможете сэкономить. Но, к сожалению, я пока что все равно не вижу то, ради чего мы все здесь. Это уже легендарка! Биг бой! Это уже легендарочка, слушай, уже нормально крестик пошла. Сектор Б. Стоп, это Аркана? Это... Так, я не знаю, это Аркана или нет, но я куплю! Это... А вдруг это Аркана? Я уверен, что дальше будет еще интереснее. Все, ребят, погнали дальше листать. 20 minutes later. Что? Я листаю уже полчаса! Посмотрите, что я нашел! Это реально крутая наклейка, это эпик, который стоит 600 голдишки. Сюда на базу! Пошли, походу, нормальные наклейки. И я уверен, что прямо сейчас мы найдем что-то нереально дорогое и что-то нереально крутое. 1 hour later. Я не знаю, зачем мне этот Гринч. Я уже листаю, наверное, часик. Но я хочу его купить. Ля-ха-ха. 4 Гринча, ты что, какая красота. Я просто знаю, что Гринч дорогая наклейка, поэтому я думаю, ну куплю-ка я Гринча, а чё бы и нет. Так, ребята, что я могу вам сказать, что... Я только что видел Хэллоуин наклейку! Вау! Смотрите. Вау, что
Что? Что? Всего лишь 150 голдишки, уже есть хлы наклейки. Каждая из этих хлы наклеек стоит минимум по косарю. Штукарь! Сюда на базу! Ребята, ну в конце концов, может хватит... Спрашивай, Кент ПК, откуда у тебя там голдишки? Или ПЖ, Кент, прокачай. Братанчик, ты уже самостоятельный, ты можешь это сделать сам. Смотри, есть такой сайтик, называется Булдропчик. На нем ты можешь поднять себе топовый дроп. И на Булдропе прямо сейчас проходят нереальные скидочки. Поэтому залетай на Булдроп, открывай кейсочки и поднимай себе топовый инвентарь. Также есть Булпасик, в котором ты себе можешь получить халявные ножи. А по моему промику снизу ты вообще получаешь халявную голдишку. Потом братик обнял, приподнял. Все нужны ссылочки снизу, а мы идем дальше. Вау. Правда, я не знаю, зачем он мне, но все равно... Блин, какая же это имба! Если я видел первую хэллоуин-наклейку, значит, где-то рядышком будут и следующие хэллоуин-наклейки. Я в этом просто-напросто уверен. Обалдеть, так хэллоуин-наклейка клоуна. А, ваш купить? Стоп! Это аркан или нет аркан? Напишите в комментариях. Блин, какой разнос. Смотрите, я еще хочу купить там, где будут хотя бы две хлые наклейки. Если я еще найду скин, на котором будут две хлые наклейки, то я с радостью максимально быстро его куплю. Но пока что, мужики, пока что что-то дешевочки, 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 дешевочки. Не зря я так долго листал. Пошли нормальные наклейки. Я уверен, сейчас мы найдем что-то очень крутое и очень дорогое. 15 minutes later. Я нашел аркану! 400 голдишки! Вау! У меня просто нету слова. Эта аркана стоит 3к! Я ее нашел! Да! Рот мне в ноги! Вот это поворот! Обалдеть! Знаете, что мне интересно? Мне интересно всего, а что будет в самом низу? Какие там будут наклейки? Поэтому я, ребята, вот прям сейчас максимально быстро листаю. Я хочу дорисовать самый низ. А вдруг там будут голдскулы или панишеры? Давайте посмотрим. Ребята, мы долистали самый низ. У нас произошел баг наклейки, и уже ниже не листается. Ну, давайте посмотрим, какие же скины у нас есть. За 100к? Выси, можешь купить такой скин? Мне это интересно. На 100 чел рассчитывал, когда выставлял вот этот вот Desert Eagle Red Dragon за 100к, чел, ты в сосну ехал? Обалдеть. Но, к сожалению, никаких больше других скинов дорогих я тут не увидел. Ну что же, ребята, а прямо сейчас мы переходим в другой скин. Погнали! Ну а следующий наш скинчик это Кэрспорт. Почему же именно он? Да потому что каждый школьник играет с Кэрспортом. Ля, я уже наклейки нашел! Обалдеть! На моих глазах купили эту красоту! Это мог быть я! Ладно, ребят, окей, листаем дальше. Так, ребятки, окей, листаем дальше, дальше, дальше. Вы посмотрите, сколько наклеек. Поэтому я вам скажу так, если у вас бюджет 300 голды, и вы не купите себе красивый АКР, я вам советую покупать именно АКР Спорт, потому что тут такие наклейки. Вы просто откроете рот и будете в шоке. 60 голдишки, а я уже нашел скин с 4 наклейками. Илон Макс, как тебе такое? Обалдеть, вот это наклейки. Я уверен, что именно на этом скине мы найдем крутые, дорогущие, блатные наклеечки. Я в шоке. Какие же классные, разнообразные наклейки. Вы просто посмотрите. 62 голды! Вы серьезно, камон? Конечно, покупаем, конечно, иди сюда! Иди сюда, блин, ребята. Мне интересно, а что будет на 100 голды? Ну, погнали листать дальше. 5 minutes later. Я, конечно, много видал. Я эту рубрику снимаю не впервые, но то, что вижу сейчас, я просто в шоке, потому что тут скинов с наклейками гораздо больше, чем скинов без наклеек. Обалдеть, конечно. Вот это да. Как вы думаете, а за сколько я найду первую хэллоуин наклейку? Сколько она будет стоить? Я думаю, примерно 200 голдишки. Погнали искать. Все залагало. Теперь обратно надо полчаса заново листать. Но для вас это, ребята, будет одно мгновение. А мне это заново пришли так. Долбанный скин. Ладно, все, все, успокойся, это пока. Выдыхаем и выдыхаем. Чего-чего? 20 minutes later. Не прошло, ребята, и полчаса, как вдруг я уже вижу первые хлыи наклеечки, вот тыква. 109 голдишки, как же это дешево, я не ожидал. Знаете что? А я, наверное, куплю и потом этот скинец подарю вам. Да, мы наш... Наклейка Кинг! Что? Мне аж плохо становится, вот это тут наклеечки.
Опять Хэллоуин коллекция, что? У меня такое ощущение, что именно на этом скине мы сейчас сможем найти какой-то Gold Skull или Punisher, потому что тут прям нереально крутые наклейки, прям нереально, вы посмотрите на все это. Мне ж плохо становится, вот это и... Сколько же тут Хэллоуин наклеек? А знаете, что мне интересно всего? А сможем ли мы тут найти легендарки или арканы? Я их хочу даже купить. Погнали искать дальше. 20 minutes later. Знакомьтесь, это первый эпик на Кэрспорте. Это Дракула. И этот скин стоит всего лишь на 165 голдишки. Обалдеть, тут даже две наклейки, я не обратил внимания. Две Хэллоуин наклейки. Ничего себе, сказал я себе. Да блин, да это вообще самый крутой скин, чтобы его купить с наклейками. Обалдеть, тут крутые скины. Я так долго листал, что-то листал, но бага на наклейке. Что такое бага на наклейке? Когда ты листаешь дальше, а дальше не листается. Но зато я вижу все скины с наклейками. Что вы видели? Кто-то купил этот скин за 345 голдишки. А это вообще выгодно или нет? 1000 голды, что? 4 Хэллоуин наклейки? Но все равно, ребята, это очень дорого, потому что мы видели то, что можно за 200 голдишки купить 2, а то и 3 Хэллоуин наклейки. Поэтому это реально... Вау, 700 голды этот шедевр! Я не знаю, братан, купить или купить? Вау! Это наклейка легендарка, Хэллоуин коллекция стоит 20к! Я даже не знаю, купить! Это вообще... 275, этот шедевр покупаю, братва! Ой, я же не купил. Ребята, посмотрите, это аркана, я купил аркану, вау. Вот это тут наклейки. Я просто в шоке. Вы посмотрите на этот шедевр, какие же тут обалденные, крутые, реально классные наклеечки. Ничего себе, сказал я себе. Правда, за 650 голдишки? Это уже никто не купит, это уже слишком дорого. Обалдеть, этот наклейки, я просто в шоке. Знаете, сколько стоит этот шедевр? Всего лишь 350 голдишки, ребят, как думаете, покупать или нет? Напишите прямо сейчас в комментариях. Вау, какой крутой скин. Я даже не знаю, как же мне нравятся все эти наклейки. Обалдеть. Поэтому, ребята, если хотите себе купить крутой АКР с крутыми наклейками, то листайте именно АКР Спорт. Ну а прямо сейчас мы идем дальше. Ну а сейчас мы просто полная попень, потому что я буду листать АКР Тайгер. Его целых 112 тысяч запросов. Я потрачу очень много времени. Поэтому, ребята, еще раз напоминаю. Кто лайк не поставил, тот подаль. Потом, братишка, ставь лайк и подписывайся. А мы погнали искать первую наклеечку, включая нашего любимого кликерменчика. И на слабоне чили, ищу наклейку. 20 minutes later. Стоп. Если я не ошибаюсь, я тут... Только что видел наклейку. Пожалуйста, лишь бы мне не показалось. Прикиньте, ребят. Да! Полторы голды! Конечно, беру! Вот это имба! Я нашел спустя полчаса первую наклеечку! Имбулечка! С вас, ребята, лайк, подписка! Ищем дальше! One hour later. Не прошло и 1000 лет, я примерно часик листаю, и я только что нашел много наклеек. А знаете, как я нашел? Бах на наклеечке! Да ты шо, 8 голды, сюда на базу! 19 голдишки, сюда на базу! Я не знаю, зачем мне эти 4 наклейки. Ну, в принципе, ребят, за 19 голдишки. А че бы нет, пусть позволит ли, а? One hour later. Вашу морду кашу! Вы посмотрите, шедевр! Я беру! Я хочу купить! Да! 3, 2, 1! Я купил! Я купил! Посмотрите! Так, я же не мискликнул. Да! Вы посмотрите, я это купил! Я применяю, я теперь буду играть с этим АКРом! Какая же это импа! Да, я потратил очень много! Но вы посмотрите на эту сосочку! Я не могу, я купил! Мы это сделали! И знаете что? Я этот АКР подарю именно тебе! Братан, прямо сейчас прожми лайкосик под это видео! Обязательно подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий! Если я пропустил какую-то другую наклейку, то напиши прямо сейчас об этом в комментариях! Ну что же, уважаемые подписчики, с вами был ваш Кент ПК, всем удачи, всем хорошего настроения и всем пока-пока!